Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие подписчики. Всем привет из солнечного Татарстана. Верхний Услонский район, деревня Большие Мими. Я оставил бизнесы на земле, купил дом в деревню, переехал в сельскую местность, завел хозяйство. Вот мои козы. Это козлята Ла-Манчи и Заанинские. Злата, покажись. Коза Ла-Манчи, Заанинская коза. И здесь еще в сене 30 взрослых коз и 15 малышей. Вот. В систему Сергея Гусева я пришел не так давно, пришел в сентябре месяце. На сегодняшний день построил большую активную команду благодаря этой системе. Заработал деньги. Деньги трачу на сельское хозяйство, на свою ферму. Варю сыр, реализую молоко. Вот. Также у меня есть пасека. Вот моя пасека. Всем желающим раздаю экологически чистый мед. Вот, не используя ни химических препаратов, ни бипины, никаких сторонних веществ. Все чисто природное. Вот, благодаря системе я заработал деньги, получил две выплаты по $300, две выплаты по $900. Сейчас разгоняю маленький стол по новой стратегии быстрых денег на 75. Вот, вложив $75 и приведя двух человек, вы зарабатываете $450. $450 можно зарабатывать раз в неделю, раз в две недели, раз в месяц, смотря как кто движется, раз в день. И вот, в неделю можно заработать $3000. Всем рекомендую. До того, как я пришел в систему, у меня были партнеры, но они были неактивные, не целеустремленные. Вот, я пользовался ботами. Сейчас боты я положил на полку с сентября месяца, и благодаря системе у меня все получается. Автоматизация возникает прямо в голове, и вот диалоги строятся легко с партнерами, с будущими партнерами. Я спокойно общаюсь, спокойно разговариваю, им это очень интересно. Они с удовольствием учатся, занимаются, зарабатывают деньги. И вот. Я давно не снимал ни сторис, ни рилс, закрыл все свои старые странички, закрыл группы, не веду блоги. Вот, и сейчас я решил возобновить эту деятельность, решил вновь начать снимать сторис, снимать рилсы. Вот, как вам такая идея? Я хочу, чтобы вы поделились своим мнением в комментариях. И вот, кто поддержит меня, кто, может быть, будет против, пожалуйста, с удовольствием буду рад всех вас выслушать и применять ваши рекомендации в своей деятельности. Благодарю за внимание. Пока-пока. Сейчас еще несколько секунд моих малышей. Скажи здравствуйте. Здравствуйте. Привет. 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 Кто там? Пока-пока.